под этими фотографиями, как, впрочем, и под многими другими, подписей нет. Да, они и не нужны, считает автор выставки, фотохудожник Евгений Иванов. Ведь тут почти в каждом снимке не просто легендарная личность, а эра, эпоха в развитии Новосибирского театра. Зак, Ягудин, Зорина, Кац, Крупенина. О каждом из этих артистов можно сделать отдельную выставку, говорит фотохудожник. Тем более, что снимал их Иванов не только для афиши буклетов, но и за кулисами, в перерывах репетиций, иногда дома. Отдельно он решил выставить контрольки. На них видно, как долго порой фотограф искал нужный образ актера. Это снималось, а потом, чтобы выбрать, по негативу трудно понять, потому что все эти нюансы ракурсов, светов и настроения ты можешь только по глазам посмотреть. На выставке Иванов показал все жанры, в которых работал. Это и газетные снимки, и фотоспектакли, и зарисовки театрального быта. Только на его снимках увидишь такие ушедшие в прошлое театральные профессии, как суфлер. Снимал Иванов и совсем необычную натуру. Он переснял все скрипки, виолончели и контрабасы оперного и симфонического оркестров. Без этого музыканты не могли выехать за рубеж. Это был паспорт, реальный загранпаспорт, который мало того, что было сфотографировано, плюс это все еще описывалось. За 30 лет, рассказывает Иванов, его хотели уволить многие. Но сам он никогда не хотел уйти из театра. Общение с Черняковым, репетиции Долгушина и Габитова, танец Гершуновой или Жаровой – такое выпадает раз в жизни. Им «Лебединое озеро» даже 10 раз подряд играть, они все равно находят новые нюансы. И для них важно быть в драйве и исполнить сегодня не хуже, чем вчера. Это кажется, что на самом деле тупо, а на самом деле это круто. Вот это вот меня держит понимание, насколько вот этот момент очень важный. Вместе с архивными снимками автор представил и свой известный фотопроект «Анатомия балета», с которым он неоднократно побеждал на международных и всесоюзных конкурсах. Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости.